Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Шотландию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Все-таки лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом все, приятного вам продолжения просмотра. Нет. Ну, о чем мне? Я выгоды никого не получаю. Война. Ну, если Челлини не отобьется, то да, можно плюс поставлять. Так, не, Челлини мне войну объявил, это не я ему войну объявил. Но он не принял дружбу и говорит, что будет меня забирать, типа, это как... Француза тебе помогает как-то? Да. Деньгами, морально. У меня через два хода корпуса, и у меня будут эти императорские гвардейцы плюс 10. Вот так вот, видите, Челлини меня забирать собирается. Я не буду забирать, я просто буду мешать. Забирать — это громкие слова. То есть у тебя единственный сосед, который у тебя ходит караван, и ты с ним не заключаешь союз. Так у меня в другое место пойдут караваны. Спасибо. Более выгодные, у меня морские караваны более выгодные, чем наземные. Так, кого прокачаем? А может военный не хочешь? А, Типпингалу на гранты. Военный дайте. Не дай мне члены, я тебе дам военный. Подожди, так он же тебе не помогал, а я тебе помогал. Чем? Турок, тогда отдавай мне деньги, которые я тебе кидал. Чё это за фигня? Французское предложение. Давай денежки обратно. И дайте кто-нибудь, там, кто на другом конце карты, военный союз, я вам говорю. А еще лучше, к которому Леша караваны бегают. Вот этому чуваку пусть даст мне военный союз. Это вот идеально будет. Так, разведывательное направление, амфитеатр. Ну, Лёша говорит, кому-то у него бегают морские караваны более выгодные, чем у него сами караваны. Ну, наверное, к Мау? Нет, ко мне не бегают. Странно-то. Ни к тебе, ни ко мне не бегают. А, я не даже... могу с тобой военный союз сделать, Лёша. Да, мне военный союз с Мапуче. Ну, тогда... Мапучи к тебе бегают, Лёша, на караваны морские? А, нет. Трибхуан. Так, Сулейману надо с французом военный. Чикабум ответил, что к нему бегают караваны. А Мобилис? А. Ты примешь дружбу? Примешь. Блин. Да. Подождите, Челлини объявил мне войну, хочет меня забирать. Я не захочу тебя забирать, я хочу, чтобы ты самолетами, сука, захватил. Ну что, нету алюминия, да? А во, алюминий. Так, зашибись. А я не очень понимаю, а вы где вообще контактируете в плане, что я вижу, что между вами тут 20 клеток пространства, там самолеты не дали. Ну там он Кумаси захватывает и все. Строителя. Так, алюминия дофига. В принципе. Франция, ты дашь что-то? Дружбу или как? Трипхуана, не хочешь военный союз? Нет, кто там? Амобилис. Или... Надо тебе вот караванку как раз. Морские. Морские караваны у Лёши к Мапуче бегут. С
самом деле. Никому Кучи, не бегаю. Принимай дружбу. Давай военный союз. А кто на меня сильный. Напал? Индонезия? Ну ты просил, я напал. А ты бы хотя бы предупредил бы. А военный союз ты кому дал? Мапучи. Понятно. Мапучи тебе ответил, что щелкнул, давай. А, он Лёше дал военный союз, ну круто. Капец, ты, конечно, дипломат. Маури, я предупредил, Маури. Ты подготовился, наверное. Я даже не знал, что джонки оказываются такие мощные в Индонезии. Ну да. 55 дальнобой. Самое главное, что они покупаются за веру, я тебе про это и говорю. Ну, я, допустим, их апнул, но все равно весьма. Ну, подожди, у меня там у города 38 защиты всего лишь. Он на халеп напади, посмотри, сколько там будет. Ну... Какая разница? Не, я просто говорю, что я вообще, надо, в принципе, первый раз играю за Индонезию, и я не знал, что у них джонки такие. Mm-hmm. А тебе есть чем-то захватывать? Mm-hmm. Ну все, столицу потерял. Кому я там долги должен, Лёша? Я тебе уже кинул на 100 рублей. Не возвращай, лучше мне, да? Кто это говорит? Челиньо говорит. Челиньо? А я не могу тебе отправить. Ты ему не помогал деньгами, но ты хочешь, чтобы он тебе что-то дал. А я не могу сделку с тобой заключить, Челиньо. Прикольно. Теперь можешь? Нет. Блин, нафига я сюда... Может, ты мне что-то отправил? Алюминий. Так, а давайте глянем, где еще алюминий может быть. Держи. Нет, тут нормально. Тут вот рядом с этим очень неплохо. Два. Это далеко. Это далеко. Я тогда пойду, у меня столица упала. О, кумаси надо, значит, брать, похоже. Ого, еще тут два. Никто не понял. Вот это я не заметил. Не, ну, тоже нормально. Слушай, Газораму надо забирать. Спасибо рандому. Еще Ингазараму надо забирать, я думаю. Так что у нас тут по шпионам. Еще двоих можно сделать на самом деле. Давайте мастерскую и шпиона. Кампус. Если что, там деньгами мне помогут. Шпиона. Потому что сейчас из-за этого увеличения производства сложно строить. Блин, я не понимаю, нафига помогать Челинию чем-то, если я на него не нападал, на него не нападаю, он объявил мне войну. Не помогайте Челинию ничем. Я объявил войну, потому что ты не предлагаешь дружбу. Я не хочу, у меня есть... У меня морские караваны, блин, ты понимаешь? Морские. Зачем мне наземные, если у меня есть морские? Зачем мне дружба и союз с несколькими людьми? Чтобы сидеть и развиваться. Так я сижу, развиваюсь. Это ты мне войну объявил. Во, грабишь кампусы. Ты... Good morning. Это чтоб... Ты так как ты Англия, чтоб ты понял. Fuck off. Go away. Англия. Это неуважение. Ой, нет, ты Фран... А, ты Франция, сорян. Мерд. Банк получает две ячейки шедевров. Нет, быстро города падают, тут таких морских юнитов стоит, конечно. Ну, собственно, почему и нет. А чё у тебя сила только что было 48, стало опять 37? Там мечник проходом был. Можешь убить лучника, видишь, раненый под мечником с лентаря? Не, у меня все они тоже походили. Ну, разбирайся, лучше. Всем хорошей удачи. Хорошего настроения, давай, да? Пока.
хорошего настроения. Сейчас, перед тем, как я ушел, Рим, учись, как видишь, как Индонезия забирает быстро за два хода, а ты не учишь. Ну, я, да, не так в военном хорошо. Давайте Рейну в Селкирк перекинем. Пока. Спасибо за игру. Спасибо и вам. А Амани в Роксбург обратно. Я еще там, конечно, могу губернатора какого-нибудь прокачать. Хрена себе. Вот это подстава, я тут вышел. Ё-моё, там убьют арбалета и захватят, скорее всего, рабочего. Блин, как-то я затупил. У меня две атаки мушкетерами и арбалетом. Все, хана. Блин. Ну, теперь проблемы, надо как-то алюминий добыть. Раз, два. А, уже даже одним хватило. Пиздец просто. Надо покупать тут еще строителя. Ну, это какое-то говно. Конечно. Только эти геликарнасские строил. Отложил, надо достроить. Торгуешь. Не очень понимаю, нафига я его забер. Вышли, пошли в танки. Потому что из районов у него построены только эти... Даже не в танке, Военный район. Ну, в нефть конкретно. Забрать, может, еще Иерусалим прихватить, да, будет нормально. Так, мне нужны угольные электростанции еще построить. Пройдемся по городам. Тут норм. Давайте на производство, ладно. Иерусалим не на берегу стоит. Да, с алюминием. То есть мне как бы повезло с алюминием его нахождение, но вот эти варвары, это трындец. Ну блин, как хер вы подходите? Ну ё-моё, ну. Компьютер уже у нас тут с нами общается. Давайте предложим. Кавалерия 55 ходов. Ну, чтобы он воевал с французом.
Ну, тут я в золотой век должен выйти. Вот, а, стоп, надо юниты перевести. К этим варварам. И самолеты бы мне покупать, конечно. Но я против поголосования. Может, там кто из соседей просто захочет. За что там голосование-то хоть было? Кагырка Стамбул захватил. Может, кто из соседей хочет ему помешать? Не, зачем другим мешать? Пусть другие усилия. Он захватывает, по-моему, бота тем более. Так я не против, пожалуй. Я, мне не жалко Кагырки Стамбул. Не принято. Только турок заголосовал. Фига себе, Иерусалим войну объявил. Что делать? Даша говорит, в деревнях может помахти. Антошка. Антошка. Да. Пойдем копать картошку. Пошли. Маури, о чем мы? А, ой, извиняюсь. А, нет. Таша в деревнях. Можете помочь, я уйду. Я ничего не понимаю, что ты спрашиваешь. Он спрашивает, кто шарит в гремлинах, можете помочь. Ты вопрос задай. Не надо спрашивать, шарит, смотри. Не шарит. Ну я типа вот купил игру типа по скидке сейчас. И типа у меня нет короче, копа. Как его добавить? Ну, должен быть. Я не это знаю. Это я сейчас могу... Сейчас я могу отправить... Сюда фотографию. Нет, спасибо, не надо. Свою? Свою? Нет, типа, что у меня нет кнопки мультиплеера. Все равно не надо. Он должен быть там. Может, интернет отключен, не знаю. Алексей, может, заключим мир? Ты все-таки стены возрождения не будешь одним тычкой самолетов убивать. И у меня есть хорошие юниты, которые... Корпуса хороших юнитов, которые... То есть интернет отключен. Если он был бы отключен, я бы с вами не говорил. Steam может в офлайн режиме. Антошка, не знаем, чем тебе помочь. Чирин, ты же меня в войну убил. А я вылетел, да? Да, Сокол вылетел. Ну хорошо, могу голды. Да, у меня цива крашена. Могу дать голды, которые мне скинули чуваки, типа, чтобы замириться. Или вернуть этим чувакам, если мы замиримся. Сейчас, подожди, я паузу нажму, чтобы вернулся человек в игру. Офигеть, плюс... Да? Смотри, у меня на своем континенте императорские гвардейцы плюс 10. Они корпус. Да? Это еще плюс 10. Потом плюс 10 еще за... Ну, он иноверец, защитник веры и плюс 10 за континент. То есть это почти 100 боевой мощи. Да, 100 боевой мощи. Самолетами они будут биться достаточно долго. Тем более, он, скорее всего, бомбардировщики будет строить, чтобы пробивать города, либо он их не пробьет. Так, сколько тут строится... Девятнадцать и 20 ходов. А здесь? 14, так, 15. Сейчас. Так, покупаем, у меня 100 веры в ход. Это тоже хороший плюс. Угу.
Ну хорошо, давай мир заключим, я не знаю. Все-таки мир, да, Алексей? Не, ну просто соседи Алеонор никого не волнует, что он сейчас вас будет просто лояльностью забирать всех. Он не сможет, у этого Рима все хорошо. У него даже в темном веке. Он не сможет. Ты о себе в третьем лице говоришь? Ну, Рим отдефается от моих, ну, от моего влияния. У меня уже, ну, по 4 шедевра в городах, и все равно не отваливается у него город. Даже в темном веке он. Все хорошо. Я Кумаси заберу. Что он делает? А, литературное произведение. А где? Я так понимаю, есть на карте вторая научная ГГшка. Где она? Никто не поделится информацией. Видимо, ее нет, я такую дезу кинул, чтобы фест найти. Я только одну вижу. Кстати, я бы хотел все еще религию основать. Сколько мне там до пророка осталось? Ты все-таки одна только? А что у нас с ходом? Ну, Circle, ты закончил ход? Да, у меня, пожалуйста, подождите, висит. У нас сейчас будет, скорее всего, рассинхрон из-за тебя. Там турка вы, кстати, добьете, а то мне тут что-то предложения всякие шлет. Он успел городов наставить. Так, а это что делает? Так себе. Инженер. Че, Алексей, мир тогда или как? Дружба? Ну, мир, мир. Дружба будет? Не знаю пока. Ну, давай мир с дружбой. Ну, я не знаю, ты сейчас лояльностью будешь города забирать. Твои никак я не заберу. Мои Рима нет, тоже. Рима тоже не заберу, я лояльностью города. Я сейчас в золотом веке, точнее в обычном, и он в темном, и у меня ничего не отваливается. Точнее, у него ничего не отваливается. Театралочка на плюс 9, ребята. Где? Видишь, город Кале и Париж. Вот там вот 4 чуда и ППшка рядом. Да, вижу, плюс 9. Алексей, согласен на мир и дружбу? Я не согласен на дружбу. И жвачку. Ну, дружба это просто не гарантия. Там 10 ходов только. Как раз ты успеешь в самолеты выйти. Я уже в самолетах. Ты в самолеты вышел, но там еще надо типа строить их. Я их купить могу. Я могу следующим ходом начать тебя самолетами уже. Ну, да, сейчас могу купить, следующим ходом обстреливать. У тебя нету денег, у тебя 250 колды. За что ты их купишь? Тебе деньги на самолеты дадут? Вряд ли дадут мне деньги на самолеты. Он стоит 1000. Нет, мы либо просто мир. Я буду с тобой воевать только в том случае, если ты будешь кого-то лояльностью
забирать. Но без дружбы. Я не хочу дружбу, чтобы ты потом пошел что-то делал. It is known that man has five. Такое тебя устраивает? Ну, все-таки это не гарантия. Сколько там ходов можно? 9, 10? Сколько мир дает? Тут такой остров прикольный, да, у Лиссабона. Надо бы лян посадить и ее аквакультуру использовать. Так, давайте пересаживать, значит, пингалу в Данди. А тебе зачем чикаго? Лян Стерлинг. И больше я не успел ничего. Блин, Маори, а ты когда успел выкупить эту клетку? Какую? Ну, с этим, с углем. Я только собрался ее купить, обработать. А она сама присоединилась, это четвертый радиус вообще, я ее не выкупал. Нет, это третий радиус. А вон ту, которая у скалы. Возле Наски. Я тоже ее не выкупал, она сама присоединилась. Блин, у меня вообще угля нет. Блин, все, какая-то фигня. Давайте, наверное, военный лагерь построю хоть один. Надо бы уже. Так, только тут давайте строителя сначала. Поиск не работает. Как так вышло, Рим, что мы вообще с тобой воевали? Ты был в союзе с Сулейманом, что ли? Да, у меня с ним караваны бегали после войны. Там на деньги просто очень хорошие караваны получились. Жалко, что мне тут Петру не удалось построить, конечно. Ну, мне все равно надо бомбардировщики и кумаси забирать. А, убили мы все-таки этого... А, арбалет убили?
А, болит это странно. Как дырка. Хотя, с другой стороны, знаешь, я готов с тобой союз заключить. Челинью. Окей. Давай. Просто заключим с тобой этот... Я с тобой культурный заключу. Ну да, и все. Так, ты мне дружбу кинул? И нет, таблетки. Не, ну и как все? Есть проблемы, ты других-то можешь захватывать. Да не будет он сейчас падать. Не сомневаюсь я очень. Предложение. Так. Запретный город. Театралочка у нас вот тут строим. Наш дворец Потала требует холм. А, рядом с горой. Тут можно построить. А где там мои эти поля для гольфа? Я их, по-моему, уже... Нет, еще не открыл, похоже. Или открыл? Открыл, должен открыть. В реформации. Так, надо религию основать. Хода. То есть на холме рядом с горой. Да, на холмах рядом с горой. Так, а тут я где хотел военный лагерь? Еще один, еще одного строителя. Так, я помню, кто-то не назначен. Магнус не назначен. Магнуса в Р. Давайте дворец Потала строить здесь, как раз на театральную площадь будет влиять. Отказался от атаки Англии, надо немножко поднакопить сил,
Может, кстати, городов побольше поставить еще. Англия и так отстает по науке очень сильно. Похите слишком много ученых этих шпионов сидит. О, Рурочка, давайте строим. Франция, а чё ты... А, это пророк. Прошу прощения. У меня написано пророк. У Франции 698 очков из 60. Думаю, нифига себе он пропускает. Так, у меня к французу только один пока караван бегает. Надо бы, конечно, стерлинга в культурный союз отправить. Индонезия рядом с Маури. Чикабум, ты Францию Англией называешь или Шотландию? Да. Англию или Шотландию, да. Лучший ответ. Англию вот так. Отлично. Корпус пушек бьет сильнее по стенам, чем бомба. О, пророк. Религия, так. Что у нас осталось? Все чудеса света дают плюс 4 веры. Это надо брать, потому что у меня чудес дофига. Священное место и театральная площадь. Нафиг надо. Посол, религия дальше распространяется. Крестовый поход. А стоимость миссионеров уже забрали, да? Давайте, наверное, или писание. Не, давайте крестовый поход. И сразу миссионеров распространять на свои города. Там очень интересные предложения. Запускать союз или запускать ракеты. Стали варенье открою. Потом пойду в химию и ракетостроение. Три мушкетера надо. Один есть, один могу сделать. И одного купить.
Предлагаю удваивать пророка. Да, согласен. Давайте за янтарь, что ли? Или какой там есть? Кстати, янтарь, да. Янтарь, по-моему, у всех есть. Может, за жемчуг? Не. Ну, хотя мне по барабану. Янтарь. А можно было, кстати, забанить Лёшу что-нибудь. У него уже там плюс это. Ну, уже проголосовали. Или Челине что-нибудь забанить. Я от довольствия не получаю столько бонусов. А у меня нет удовольствия, у меня ноль везде в городах. А Колизей кто-то построил? Даже минус один. Лёша, ты Колизей не рашил? Нет. Это у меня нефть, кстати. И вот еще одна, но где-то... Так, пророк, янтарь. Если что, у Маури уже 7 очков дипломатической победы. Вам показалось. Да ё-моё. Короче, мне нужны самолеты. Сейчас они должны как-то быстрее строиться. 8. Не, надо покупать просто. Бомбардир. Меня сейчас заберут просто там рабочего. Вербовка партизан. О. Эти губернаторов. Алиеноре везде нейтрализовывать. Пройдемся производство. Плюс 4 очка, кстати, за перемещение по дружественной территории. Плюс 1 очко перемещения дружественной территории, кстати, хорошая карточка. 700 лет. Мне бы еще в Дамбертон. Ну, тут я уже, наверное, не буду вырубать. Тут надо уже лесопилки строить. Мне нужно больше рабочих. Тут верфь у меня есть? Есть. Это везде верфи, да? Хорошо. Ну, как я и говорил, я какую-то херню тут делаю. Фига себе, фест захватили. Больше нет у нас научной ГГшки. Ну, а зачем улетать? Ли? Так, из Данди надо мне отправлять караван. Стерлинга из Скона бегает. Из Стерлинга уже бегает. Тогда из Роксбурга. Алексей, можешь отойти этим стрельцом-разведчиком?
Алексея и... Походил. Блин, ну мне негде уже... Ладно, использую... В любом городе... Это, конечно, он в любом городе будет работать. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!